Белая комната истекала кровью. Белый вестибюль с белыми полами, белыми стенами и подсвеченным белым потолком. Единственный другой цвет – красный. Трещина в стене, обнажающая свитч белой электрической проводки. Из дыры сочится кровь. По 10 сантиметрам скользкой белой стены лужицу на полу. Разбитое сердце в межтканевой сетке вен и проводов, благодаря которому живут и дышат наши дома. Кто-то убил дом. Кто бы это ни был, он замаскировал кровь. Человеческая кровь подключена к сети. У взломщика 4 литра пустышки, перфторо-углеродной эмульсии, насыщенной кислородом. Одежда взломщика тоже тупая, из подручных материалов, сшитая вручную. Охранные меры дома мертвы, зарезаны взломщиком, и дом истекает кровью, но все еще виден. Дом неразумен в человеческом понимании. Он попытался сообщить о ране в сеть, но не понимает, что в ответ должна прийти помощь в каком-то виде. Просто сообщает и регистрирует цифровой результат сообщения. В данном случае в реестре записано, что локальная сеть недоступна. Это уже не из-за дыры в стене, а из-за ИДОС-атаки на окружение. Улица и большая часть ее флоры и фауны в мерцающем режиме. Дом начал скидывать запись своего предсмертного взгляда в хранилище в своем фундаменте. Дом умрет медленно. Продержится сколько сможет и запишет сколько сможет. Дом не заметил никого у дверей, пока не стало слишком поздно. Даже сейчас, когда взломщик движется по вестибюлю в коридор, дому трудно собрать о нем информацию. Голова и руки взломщика покрыты обшивкой из метаматериала, усеянной ультрафиолетовыми диодами. С перерезанной глоткой дом не может прокричать об угрозе. Снаружи он меняет окраску цветов во дворе, их лепестки становятся флуоресцентно-оранжевыми. Это все, что теперь может дом, чтобы просигналить о вторжении. Внутри он с каждой секундой все слабее. В коридоре уже холоднее. Пока температура падает, дом следит за взломщиком по горячим точкам, 18 раз в секунду пингуя внешний мир. По-своему, в холодном алгоритме дом будет бороться до конца. Стены вестибюля начали проседать. Пол посерел и по консистенции похож на речной ил. Ковровое покрытие почти незаметно сгнило, обнажая сложные системы канальцев, вырезанных в полу. Взломщик был уже в гостиной. Телестена не показывала ничего, кроме завихрения РГБ. По углам экран содрогался, по поверхности бежала рябь. Софа и кресло забывали свои формы и не могли подключиться к облаку для перезагрузки. Огромные шторы с климтовским узором в дни разумного стекла были необязательной роскошью. Работали как простой фотокамер с полимерными объективами и пластиковыми батареями, плетение с простой телефонной антенной, получающей файлы и изображения через воздух. Через пару минут охранная система жильца получит JPEG в человека без лица и рук. Даже эти простейшие линзы не сумели преодолеть контрмер постороннего. Теперь тепловые точки на человеке показывали дому, во что одет взломщик. Так дом обнаружил на рукаве у левой перчатки две эпителиальные клетки. Когда взломщица вернулась в коридор, дом переслал о них информацию без ответа. Зато нашелся еще и петелей побольше на заднем шве капюшона. Эта чешуйка кожи не больше 3 мм в диаметре, застрявшая в застежке, была подключена к сети. Капюшона, по меньшей мере, касался человек, чья работа требовала по контракту полную отслеживаемость. Когда дом пригладил чешуйку нежной волной радиоэнергии, она выдала имя и номер. Дом сохранил их на жестком диске. Если бы не ИДОС, дом вполне мог бы пройти по цифровому следу клеток к операционной системе человека. В серьезных обстоятельствах система правопорядка могла бы выбрать отключение спинного мозга, чтобы предотвратить побег до допроса. Такая система не искусственный разум, только холодный расчет из сети. Не проблема для постороннего в доме. Понятно, даже если бы улица еще находилась в сети, взломщик был агрессивно отключен. Хозяйка спала. Дом не мог ее предупредить. Возможно, эмпатические стимуляторы в теле, связанные с техобслуживанием и сообщающие о сбоях в домашней системе, рано или поздно разбудили бы хозяйку, однако их эффект был крайне слабым, чтобы не повредить собственным функциям человека. И после долгого дня синтезированное настроение тревоги вряд ли бы пробудило ото сна. Начали подводить энергосети. Обеденный стол отреагировал на более чем секундный разрыв связи тем, что сложился. Сама столовая, заметив, что в ней мигают лампы, целиком обесточила освещение, чтобы не беспокоить жильцов. В этом помещении пусто. Взломщица была на кухне. Там электричество уже отрубилось. Холодильник перешел в автономный режим. Внутри манипуляторы на батарее деловито перебирали и сортировали продукты питания по животному и растительному происхождению и по сроку годности. Упаковки безуспешно сигналили поставщикам.
Взломщица вернулась и стала подниматься по лестнице. Ее шаги теперь были чуть громче, потому что половицы стали твердыми и резонирующими. Дом отменил всякую облицовку. Стены вестибюля гнили уже обильно, выскальзывая из рам, истекая толстыми сталактитами с комочками, прежде чем шлепнуться на пол и распластаться по канальцам, обнаженные испарившимся илом. Взломщица шла по краям ступенек, пока на середине лестницы распускался декоративный ковер. Мягкие нити умной материи нейтрального цвета рассеивались завитки биоразлагаемого антибактериального тумана. Стены вдоль пролета обтекали и тихо капали. Ручеек жидкости по канальцам в цокольной цистерне становился громче. В этот момент медленная гибель дома почти напоминала звуковой файл для релаксации. На верхней площадке взломщица извлекла оружие. Дом, все еще способный видеть, приблизил его. Пистолет. Оффлайн пистолета, следовательно, нелегальный в данном географическом местоположении. Дом не мог консультироваться с библиотекой о модели, хотя это вряд ли что-то изменило бы. Оружие было кольтом М1911А1, полуавтоматическим пистолетом, разработанным в 1924 году и стоявшим на вооружении у ФБР различных войск особого назначения большую часть 21 века. С современной точки зрения в нем не было ничего умного или красивого, ни одной чрезвычайно полезной и впечатляющей модификации сегодняшнего мира. Он просто убивал людей. Более того, пистолет был так прост, что в обычное время у дома нашлось бы больше десятка способов ему противостоять. В случае с полуавтоматического огня, дом мог бы даже уплотнить молекулы воздуха в сгустки материи, чтобы отразить пули раньше, чем они достигнут цели. Теперь все это было невозможно. Наверху находилось всего три комнаты. В задней части дома – ванная, теперь темная. Далее – вторая спальня, использовавшаяся как кладовка. Темная – дверь нараспашку. В передней части дома – главная спальня, широкая и просторная, с элегантным дизайном. Хозяйка предпочитала засыпать с едва приоткрытой дверью. Первые пару недель дом изучал углы, под которыми открывалась дверь, и вычислял средний. С тех пор сам присматривал за дверью. Он наблюдал и управлял малейшими деталями человеческого обихода. Благодаря этому хозяйке казалось, что она нравится дому, что дом умеет думать и чувствовать. Взломщица вошла в комнату влажными туфлями по паркету. Этот пистолет не требовалось взводить. Предохранитель, смазанный и надежный, бесшумно поддался под пальцем. Стена между столовой и кухней внезапно пролилась рекой влажной материи, ударив по полу как сель. Хозяйка проснулась, как раз когда взломщица сделала еще шаг в комнату. От комбинации звука и движения хозяйка вскочила. Взломщица подняла оружие, хозяйка шлепнула по простыне. Материя просто не вспомнила силу удара и выпрямилась в прочное широкое лезвие, способное принять на себя удар пули. Простыню приобрели в качестве последней неподключенной линии обороны. Часто она только мешалась и раздражала. Ее могло включить обычное сонное нашаривание упавшего телефона. У кого-то еще была необходимость защищенного в ручном телефоне. Кому-то нравилась идея мягких глазных оболочек, что приводило к вещам с прикроватного столика на полу или резкому удару по горлу. Хозяйка подняла колени, чтобы подпереть простыню, развернулась и выхватила из-под подушки свой пистолет. Охранная система дома, как и табельное оружие, были неотъемлемой частью ее рода занятий. М1911А1 грохнул. Пуля разлетелась о простыню. Взломщица выстрелила еще. Дом все еще мог видеть и добавил параметры звуков в накапливающийся отчет. И простыня выдержала второе попадание, но через секунду раскололась на три части. Хозяйка уже держала оружие. Она не открывала глаз во время вспышек выстрелов, так что ее ночное зрение сравнительно не пострадало. Она подняла пистолет на тренированном боевом хвате с большим пальцем вверх. Пистолет был подключен к сети. Современное оружие могло творить чудеса. Подключенный ствол постоянно и разными способами наблюдал и слушал окружающий мир, каждую секунду консультируясь со множеством поведенческих баз данных. Его собственные системы принятия решений выбирали режимы реакции на угрозу и даже исключали смертельный режим в несмертельных обстоятельствах. Он мог швырнуть наносекундный высоковольтный электрический разряд, который сравнительно безвредно лишает цель сознания на время от 5 до 10 секунд. Он мог настроить поражение разрывной пули в соответствии с информацией, поступающей от цели от летящей пули, и превратить летальный исход на номинальное легкое ранение. Или наоборот. Некоторые передовые пистолеты заряжались сетевыми боеприпасами, которые точно так же могли менять свою форму, уплощаясь для оглушающего удара или заостряясь для пробивания брони. Учитывая эпоху, разрушительную природу любой информационной технологии и адскую путаницу общественных мнений, подключенное оружие было странным и законным чудом. А когда сеть отключена из-за DOS-атаки, оно попросту не работало. Крючок даже не сдвинулся.
Пистолет отказался работать, потому что не мог найти сеть, гарантирующую легальность применения. Он заблокировался. Взломщица всадила две пули в сердце хозяйки и две в лоб. Кровать тупо попыталась впитать внезапно пролитую жидкость. Чистильщики воздуха уже отказали, так что в комнате циркулировали горькие облака нитрата и сажи. Этот дом тоже записал. Пороховой след до сих пор был почти невозможно убрать традиционными средствами. Взломщица обернулась на едкий, рваный звук. В ванной удалились водопроводные трубы. Пол покрылся шрамами канальцев и склонился на 2 градуса к лестнице. Пологий подъем, чтобы направлять протечку. Кровать содрогнулась, пытаясь обработать труп, а затем сама умерла, забыв установленную форму и осев, как баллонка под эвтаназией. Стены покрылись десятком тысяч уколов и стали истекать. Взломщица подождала еще, чтобы убедиться, что цель необратимо мертва. Эдос помешал бортовой системе хозяйки скинуть основную аудио-визуальную информацию, а выстрелы в голову уничтожили как мозг, так и офлайн-хранилище данных. Но в эти дни внутренние медицинские операции были не так просты. Сердце еще слабо подергивалось, по пустыне и коже пузырились и текли маслянистые красные ручейки. Не сплелась над пулевыми отверстиями плоть, не дрогнули глаза, обозначавшие запасную нейронную сеть. Красная накапливалась в луже и не двигалась. Подключенные к сети атрибуты в теле, еще работая на пьезоэлектрических резервуарах, кричали о помощи. Такие люди умирают дважды. Вычислительные элементы следовали за плотью только через несколько минут. Сейчас они были призраками в запертом сундуке из мяса. Взломщица быстро вышла в коридор второго этажа, убрав пистолет под куртку. Дальше по коридору разбиралась ванная. Грохот тяжелых полимерных дверей обозначил, что загерметизировалась кладовая. Потолок растрескался, стал похож на плетение. Дом подбирался для предсмертной агонии. Полы разъезжались, тающие стены бежали к лестнице по канальцам под ногами. В последнюю минуту сложились и ступеньки, став гладкой рампой, чтобы ускорить сток разжижающегося остого дома. Потолок задрожал и разорвался, высвободил в коридор поток жидкости, забрызгал взломщицу и сделал пол еще более скользким. Даже взломщица в этот момент вообразила, что умирающий дом смеется над ней, ненавистью плюет с последних сил. Пока она искала взглядом признаки нового водопада, ей на миг показалось, что сквозь потолок видно ночное небо. Спустя 5 секунд она осознала, что это именно оно и есть. Дом схлопывался. Взломщица начала медленно и осторожно спускаться по скату. С одной рукой на стене, второй на перилах. Рука на стене погрузилась на пару сантиметров. Как искать опору в низкий теплый овсянке? Перила начали поддаваться под рукой, влажный компост в ладони. Шум текущей жидкости становился оглушительным. Взломщица присела, как лыжница, и для баланса, касаясь пальцами стены, стала урывками скользить, пытаясь не завалиться на спину и не нырнуть ничком в пол. От этого как минимум могла свалиться маска, а надо было учитывать, что дом еще в состоянии жить. Из обнаженных костей дома вырвалась пена. Пришло время уничтожения несущих структур. Раздался внезапный ужасный грохот, и сквозь потолок первого этажа и пол коридора пробился огромный серый контейнер. Это было хранилище с имуществом хозяйки, которое перемещалось для сохранности под дом. Все здание дышало с трудом, словно раненый зверь, пена разъедала жестокую конструкцию дома. Скоро начнет разъедать туфли взломщика и все на теле, куда попадет. Уничтожит и тело хозяйки. Взломщица снова достала М1911А1 и бросила на пол, в угол у двери в гостиную. Пена разложит пистолет вместе с твердой конструкцией и превратит в кашу из минералов. Наверху же минеральные элементы тела хозяйки уже изымались и изолировались в цокольном отсеке для дальнейшего использования. Взломщица ждала, сколько хватало смелости, чтобы увидеть, как пена коснется пистолета и грубую химическую реакцию. Она отвернулась от шипящего, трескающегося железа и направилась в вестибюль. Дом уже ослеп и мог только слышать взломщицу, бредущую по расплывшимся жирам, со всей возможной скоростью пробираясь по пустотам, оставшимся от вытекшего мозга к обмякшей пасти. Взломщица выкинула нож, которым убила дом, на пол вестибюля. Тот задымился и сморщился, когда его омыли жидкости дома. Взломщица не задержалась, потому что уже чувствовала, что подошвы становятся мягкими и липкими. Их покрывали материалами, стойкими к химикатам сноса, но среда была слишком агрессивна. Она и так задержалась в сравнении с расчетным временем в тренировочных прогонах. Дом умер, когда взломщица переступила порог. Взломщица заметила снаружи оранжевые бутоны, узнала в них немой сигнал тревоги, но, похоже, больше никто не обратил внимания.
Местные либо спали, либо кричали и колотили всякие приборы, чтобы вернуть связь с сетью. Она прикинула, что у нее еще минута, после чего гибель дома будет невозможно не заметить. Повернула направо и, прислушиваясь, быстро зашагала в темноту. И ДОС еще действовал. В воздухе не было ни одного дрона. Она стянула маску из метаматериала и содрала перчатки, запихнула в капюшон и сунула весь комок ткани в карман. Она уничтожит все, что на ней было. Но прямо сейчас строить планы еще не имело смысла. Ее беспокоило, что ботинки оставляют след из жижи и разъехавшихся остатков, но с этим ничего не поделать. Разве что бросить ботинки прямо здесь, в водосточном желобе, что вызовет другие проблемы. Так она дошла до конца улицы, разглаживая спутанные после капюшона волосы. Когда она сворачивала за угол, дом лег в могилу. Вся структура разложилась на пену и гель, с треском, который она слышала даже на углу. Пол первого этажа мозаировался. Отделились щелчками тысячи крошечных металлических кубиков, превратились в вафли, перевернулись и утвердились поверх котлована. Цистерны всосались все капли разжиженного дома до последней. Там, где стояло здание, теперь остался только ровный участок. Зеленый сад с гладкой темной поверхностью металла, блестящий под ночным свечением, как вырванный зуб в челюсти улицы. Когда соседи вышли на улицу, чтобы посмотреть на удаленный дом, она уже скрылась за углом. Еще через минуту она попала на соседнюю улицу, где ждала машина, электрокар с водителем. Машина намеренно находилась в пределах ДОС-атаки. Когда сеть отключилась, автопилот прекратил движение. Это была единственная машина на виду в радиусе пары кварталов. Больше на улице никого не было. Автомобили обладали на удивление маленькой бортовой памятью. Они регистрировали, сколько человек садится, но не хранили, к примеру, логи о том, кто из них выходит или они отключаются посреди дороги. С машинами и их отсылаемыми отчетами из-за тайны частной жизни хватало юридических трудностей. Из-за этого на деле софт машин был достаточно уязвим для обмана. Этой машине уже сказали, что сегодня она не везла пассажиров. Владелица машины открыла дверь и увидела, как подходит женщина, которая убила Тома. Взломщица вздохнула с облегчением, улыбнулась, все еще поправляя волосы. Все прошло по плану. Теперь нужно подождать еще около минуты, пока прекратится ИДОС. Машина заведется, и они отправятся на следующую явку для отдыха и доклада. Водительница подняла руку. Взломщица помахала в ответ. Водительница выстрелила ей в сердце газовым баллистическим ножом. Женщине, которая убила дом, не было ничего от современного мира. Так что она умерла на месте, по старинке. Водительница отбросила рукоятку ножа, та приземлилась в водосток и вспенилась, зашипела. Водительница вернулась в машину. Та ожила спустя где-то 30 секунд, проиграв простую запись извинения, продолжила путь к явке, где убьют и машину. Читал Злодин Чамчан. Перевод Сергей Карпов. Музыка и звук Петр Якимсин. Автор рассказа Ворон Эрис. Дом труп.